Скажите, пожалуйста, почему решили служить в вооруженных силах? Не знаю, это каждый должен этим должен заниматься. Каждый мужчина, я считаю, так. И поэтому сына надо с детства приобщать к этому делу. А сколько лет уже служите? Ну, я только еще только год прошел. Но самое главное быть на своем месте, я считаю, так. Какие основные качества должен иметь человек, работающий в разведке? Ну, самое главное – спокойствие. Самое главное, как говорится, холодная голова, голодный желудок. Ну, и надо всегда думать. Самое главное – думать. Быть сильным духом. Спасибо. Как вас зовут? Максим.